начинаем распаковывать. Что? Салют, ребята, и я с новыми новостями. Кто ждал третий сезон АТБ Арена? Я точно ждал. И дождался. У меня есть вот такой вот бокс АТБ Арена и три карточки АТБ Арена. И что там внутри, мы посмотрим вместе. И начнем с этих карточек. Начинаем. Кто попался нам? Офигеться, третий. Это карточка 73, и его зовут Улих. Улир. Тут я не понимаю, как зовут. Мам, можешь прочитать? Ну, давай, мама почитает. Давай поближе сюда. Мама хотела сегодня без голоса за кадром. Что-то она не фокусирует. Так. Улирик. 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 Ульрих. О-о-о. Да, да, это Ульрих. 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 Язык сломаешь. Держи. Ульрих. Вторую карточку открываем. Открываем. Тут мой любимый персонаж. Покажи. Вот. Мне он самый любимый показался. Следующая. Это карточка 70. И это Рокки. Рокки Таховер, что ли? Из первого сезона. Давайте я немножко помогу. Что... Рокки Таховер из первого сезона, что ли? Рокки. Защитник. Захисник. Пошли. Третью карточку. О боже, кто это за такой крутой? Его зовут Такеши. 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 Это Такеши. Или Такеши, или Такеши. Это самурай. Поэтому его, у него японское имя. Это самурай Такеши. Или Такеши. Что? Нравится? Да. Ну что, открываем бокс. Смотрите-ка, как этот бокс круто выглядит. Написано легендарные карточки. Открываем. Упаковки какой-то. Давай. Запечатали? Да. Как всегда. А. Ну, как всегда, вот это были. Короче, я справлюсь. Естественно, справишься. О! Платон. Даже немножко не вскрыли. Все, я его вскрыла, возможно. Смотрите, какой он. Ну классно. Расскажи, она металлическая, да? Да. Что можно потрогать? Да. Это этот. Я независимый эксперт. Я попробую. Тебе это очень нравится. Я как независимый эксперт скажу всю правду. Ну да, такая коробочка приятная. Особенно, наверное, для мальчишечек. Такая она металлическая и здесь красиво так выпукла. Ну давайте смотреть, что там. Пожалуйста. В этой коробочке должен быть одна уникальная карточка сокровища Дарк Мастера. Плюс одна случайная карточка Титана.
еще 3 случайных легендарных карточек героев. Легендарных героев. Еще 3 случайных карточек героев арена. Теперь открываем. Открывайся. Уникальная карточка. Директор, не посмотрите. Смотрите. Смотрите, это оружие. Помочь? Это сокровище Даркмастера. Здесь нужно отсканировать код и получить свою награду. А давайте попробуем. Следующий. Титан. О, какой крутой титан. Смотрите. Крутой. Угу. Дракон Прайм. Покажи. Ой, не туда. Дракон Прайм. Ну что, давайте следующую смотреть. Легендарк встретить. Какой-то, кажется, Валдор. Валдор. Крутая легендарка его зовут. Валдор. Смотрите. Вальдор. Вальдор. Вершник. Дальше. Дальше. Смотрим вторую. Ой, следующую. Третью. Это моя любимая карточка. Что это за карточка? Какой-то робот. Ага, любимый, но какой-то. Это Атлас, защитник. Ух ты. Мне этот герой очень понравился. Легендарка, да, легенда написана. Следующая карточка. Еще есть? Да. Карточка. Ух ты, какой-то супер легендарный. И его зовут Проксима. Держи. Ой. Так, его зовут Проксима. Это тень. Это тоже легенда. Это тень. Смотрим последний еще. Сколько там коробочка маленькая? Ты что достаешь и достаешь? Еще вот такая вот карточка. Астрид. Астрид. Это Валькирия Астрид. Валькирия или Валькирия? Валькирия. Давай покажем. Это эпическая карта. Вау! И кажется, тут еще последняя есть. Смотрите. Какой... Запутался? А, вот. Еще последние две. Смотрите, какой еще. Это Селиста. Это Селиста. Тоже вершник. Эпическая карта. Давайте и последнюю постулу. Постулу. Какой-то робот какой-то. Его зовут Баластер. Бластер какой-то странный. Вообще-то это Бластер, Платон. Это Бластер-защитник. Бластер-защитник. И смотрите, что тут красиво, как нарисовано. Ну да, такое покрытие. Прикольно. Здесь написано, кстати, да, сколько и карточки? Сколько?
У меня 8 карточек с боксика и 3 с пакетиком. Но это только начало, но я очень-очень хочу их всех собрать. И соберу. Ребята, карточки очень классные и бокс мега крутой. Теперь хочу еще один боксик. Там есть 3 вида. А пока вроде бы все показал. Поэтому до новых встреч. Главное не забывать ставить лайки. И, конечно, подписаться на канал. Салют, друзья! Или пока-пока. Пока-пока. До новых встреч!